Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Ребята, это третья часть, ремейк. И наше путешествие продолжается, мы попали в царство Аида, Гефест. Он что-то держит в руках, не знаю, что-то пытается сделать. А мы пока бродим и ищем выход. Я не знаю пока куда идти, но наверху что-то горит синее, есть шанс сходить вон туда, налево. О, он нифига тут что делает, а? Ладно, пускай пока занимается, мы можем вот сюда зайти. Не знаю, пока не был здесь, может, ворота сможем открыть. Давай посмотрим. На запертой двери изображен грозный лик Аида. Ага, и чё, как теперь открывать-то? Так, ладно. Ну-ка с Гефестом поговорить, если еще. А, слушай, мы открыли рычагом. Открыли рычагом обратно ворота. Может быть, там сможем посмотреть, что-то найти. Ну-ка, идем назад. Мы, в принципе, отсюда вот пришли. Именно по этой лестнице поднялись к Гефесту, но теперь, похоже, придется идти вниз. Неужели здесь что-то надо будет сделать? Так, ну вот этого не было. Вазы мы вот эти, в принципе, все разбивали. Или подожди, или мы не отсюда пришли. Ну ладно, что-то открылось, в общем, мы идем сюда. Не, я здесь не был. Так, все правильно, значит, все правильно пришли. Вращаем. Рукоять вращаем, только куда, в какую сторону. Пробуем, для чего вращаем, непонятно. А, вон, ну там поджечь надо будет, значит... Значит что? А, вот здесь ворота. Вот, подожди, стой. Подожди, вернись обратно. Надо расположить выход так, чтобы можно было стрельнуть вон туда, поджечь. Ну как его зафиксировать? Она же крутится постоянно. Да стой ты. Так, а если так поставить? Нет, она начинает обратно вращаться. Стоп. Не, сейчас не вращается. Подожди. Я предлагаю сейчас стрельнуть туда. Получится, нет? Ничего не поджигает. Но я зато открыл, прокрутил, так сказать. Можем сюда бежать. О, нифига себе, во сколько много тут шавки, а. У меня есть супер удар, ребята, крутой. Вот такой, всех измолотить называется. Вы чё? Отвалите от меня. Так, а если я вот так сделаю? Я вас всех быстро тогда раскидаю. Опыт. Забираем, нам пригодится. Так, здесь куда? Еще один сундук. Я так понимаю, мы сюда пришли только из-за этого сундука, из-за двух сундуков. Больше здесь делать нечего. Выходим. Ну-ка, статуи можешь побить, нет? Никак, ничего. Да, надо, значит, вот туда дальше двигать. Поехали. Еще, давай, продолжай. Видишь, сколько силы надо, чтобы это сдвинуть. Еще куда? Еще вот так надо остановить. Остановиться, все, стой. А теперь давай пальнем. Аккуратно, меня тоже зацепило. Все, побежали вперед. Проход открыт. Души продолжают, они все сильнее и сильнее летят. Так, мне надо синюю. Я потому что магию сейчас разочек использовал, надо восстановить. Вот эта морда там, смотри, наверху, справа.
Меч. Кратос? Откуда ты знаешь меня? Ты призрак Спарты. Все знают о тебе. И все тебя боятся. У них есть на то причины. Я не боюсь тебя. Это хорошо, что не боишься, дитя. Страх – тяжелая ноша. Я уже не дитя, Кратос. Мне безразлично, кто ты. Мне нет до тебя никакого дела. Кратос, прошу, освободи меня. Стремление к свободе также нелегкое. Опа-на! Я не могу помочь тебе. Ну, у меня там меч какой-то крутой в руках, да? Клинок Олимпа. Пусть ваши враги почувствуют вкус стали, которая завершила Великую войну. А где этот клинок-то? Я что-то не понял. А, стоп. Гнев Спарты. Вот он гнев Спарты, ребята. Пущай они почувствуют, каково это. Я полагаю, это именно те ворота, куда нам надо идти. Все забираем, весь опыт забираем, какой только дают. А справа какой-то значок теперь появился, да? Справа значок. Сейчас будем узнавать, что это такое, потому что... Я так понимаю, он копится, что-то копится, энергия какая-то. Ой, куда ты обратно-то? Не туда. Развернись. Придется еще раз прыгнуть. Так, а если я сейчас в обратку прыгну? Не, никак. Так, ладно. Я просто не туда прыгнул. Вот сюда надо. Вот значок вот этот копится. Это что такое? А, все, вот энергия израсходована. Она закончится. Надо убирать периодически. Эй, чуваки, вы что там? Нифига себе, а если я вам так? Ну-ка, давай. Получи. Все, всех прибил. Итак, впереди ворота. Ладно, ребята, мы это посмотрим в следующей серии. Всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайк видео и подписывайтесь на канал. Все, всем пока.